привет! Рада приветствовать вас на моем YouTube-канале. Сегодня мы разберем два способа покраски ткани на примере двух футболок. Я взяла две мужских футболки большого размера, то есть они оверсайз. И так как это чистая белая футболка, она подойдет как для мальчиков, так и для девочек. То бишь, эта вещь у меня будет унисекс. И раз уж это унисекс вещь, то я побуду в качестве модели и в конце продемонстрирую, что в итоге вышло. Для росписи футболок нам понадобятся художественные краски. Акрил по росписи ткани. Они продаются в художественных магазинах. Есть пастозного формата, а есть более жидкого. А также можно покупать их чисто баночками определенного цвета, допустим, изумрудного, либо желтого. А можно купить в наборах. Соответственно, объемчик будет меньше, но зато вариативность цвета значительно будет больше. Итак. Для росписи моих футболок я выбрала желтый, изумрудный, зеленый, голубой и флюоресцентный желтый. Что ж, приступаю к покраске. Для росписи футболок нам понадобятся краски художественные, которые предназначены для ткани. Цвета вы можете выбрать те, которые вам нравятся. Беру краску и в произвольной форме наношу капельками. Можно смешивать цвета, чтобы появлялись новые оттенки, или добавить воды, чтобы краска стала более светлой. Краски можно смешивать в баночке. Если краска еще влажная, она может растечься и смешаться с рядом лежащей краской, и получится третий цвет. Если вы не задумывали такой эффект, то этот момент стоит учитывать. Предотвратить этот момент можно следующим образом. Сначала нанести одну краску, подождать, пока высохнет, и вторым подходом нанести следующую. Второй способ покраски футболки. Вы можете сложить футболку, сделав определенные зажимчики, защипчики, драпировочки, и все это зафиксировать либо ниткой, либо резинкой. И уже в таком состоянии начать красить. Благодаря этим неровностям, драпировкам, краска неравномерно прокрашивается. И таким образом у нас получается неповторимый рисунок.
Если налить слишком много краски, то вам тяжело будет ее контролировать. Она может растечься в неправильном направлении или затеть другую краску и смешаться. А это может не подходить вашей концептуальной задумке. Так что лучше добавлять краску постепенно и аккуратно. Когда краска высохнет, то она может слегка бледнеть. Этот момент стоит учитывать. Краска сохнет по-разному. Все зависит от того, насколько много вы ее нанесли. И от, скажем так, погодных условий. Насколько жарко, насколько тепло в помещении. Покрасила вещь, необходимо ей дать полностью высохнуть. Когда она высохла, ее необходимо прогладить. Именно такой способ закрепления подходит к таким краскам, художественные по ткани. Ну а после вы можете носить и наслаждаться своей уникальной вещью. Еще раз вам покажу, что получилось.
Thank you.